Вкуснейший и быстрый ужин за 5 минут. Погнали! Форель нарезаем на стейки, солим, перчим и обжариваем по 2 минуты с каждой стороны. А этим временем на сливочном масле полминуты обжариваем давленный чеснок, затем всыпаем шампиньоны, солим, перчим по вкусу. А через пару минут вливаем 20% сливки и, постоянно помешивая на слабом огне, доводим до загущения. Красиво выкладываем и украшаем зеленью. Еще больше интересных рецептов у меня в профиле.